В экологической акции, которая прошла в рамках весеннего месячника чистоты, приняли участие студенты всех курсов. Ребята убирали территорию, собирали сухую траву, белили бордюры и подмели дорожки. Стоит отметить, что субботники в колледже проходят ежегодно. Каждый год приказом директора по колледжу расписываются по группам, за каждой группой закрепляется своя территория вокруг колледжа. И 2 месяца, то есть это у нас 2-месячник уборки территории, каждая группа убирает свое закрепленное место. Также в рамках субботника у директора колледжа возникла идея высадить на территории вокруг учебного заведения саженцы деревьев. В этом году в связи с тем, что вокруг горит очень много зеленых насаждений, мы решили обратиться в уссурийский питомник сельскохозяйственной академии о предоставлении нам саженцев кедров. К нашему огромному удивлению, они предоставили нам бесплатно около 50 саженцев кедров. Они большие, достаточно, они уже больше 4-летки, они высотой более метра. И все эти саженцы мы высадили вокруг нашего колледжа. 4-летние кедрушки студенты и преподаватели высадили вокруг учебного заведения. Теперь зеленые красавицы станут украшением колледжа. Благодарность за предоставление саженцев. Мы изготовили табличку, выжгли ее своими руками и установили рядом с саженцами, чтобы она напоминала, чьи это саженцы, вот это уссурийская сельхозакадемия. Надеюсь, эти саженцы будут радовать и взгляд дальше всех жителей Славянки. Владислав Евдокимов, Виктория Беляева. Новости Славянки.